Здорово, ребят. Продолжаем проходить огромную войну за кольцо в RJ моде. Кажется, я в прошлый раз забыл котика показать. В общем, вот он, сразу же. Так. Значит, у нас остался один бой с Эркенбрандом. Который... А, стоп, а в чем прикол? Почему не показывает на карте, что у него есть армия какая-то? Это Герольды, насколько я понимаю. Ну-го. У него там бараки построены, так что у него должно быть какое-то преимущество. Наверное. Нет, не точно. Сюда, пускай. Так, тролль у нас. Это заберем. Давайте дадим троллю дубину. Возьмем все, что дает броню. Возьмем. Вот так крепко поставим. Ой. Подвисло что-то. Жестко, причем подвисло. Воткнем бойню туда. Может быть, построить уруков отсюда. Пятихатка. Наверное, нормально. Кажется, у меня осталось всего 100 монет на глобальной карте, что грустно. Тролля я, походу, не заберу. Кстати, если бы я дубину не брал, то я мог бы, наверное, тролля закидать. Ой-ой, ой-ой, это была ошибка. Огромнейшая. Отлично, уходим. Обычно два тролля. Неправильно. Блин, он очень быстро отходит. Не получается, как вынорать его, выманить. Думаю, с этими тролль сам разберется. Вот построил. Хорош, хорош. Так, Эркенбранд, кстати, силен. Он, как и Готмак, имеет обилку Блейдмастер. Правда, пока что ни у кого из нас ее нет. Тем не менее. Зараза. Многовато. Хорош. То, что нужно. Тролль поможет. Четвертый левел нужен. Отлично. Ну все, живем. Они даже это не снесли. Вышку только забрали, ничего страшного. Давайте Изенгард загрейдим. Так, сколько бабосов? А, по-прежнему 125. Я почему-то думал, что должно быть больше. Видимо, я не захватил дополнительных территорий. Погнали. Как же много тащит. Готово. Можно отдохнуть. А вот сюда. Не дайте им захватить постройку. Это нападение. Защищать бойню. Ни в коем случае нельзя отдавать им постройку. Мы только-только деньги потратили на него. Так какого? Ну хватит. Не-не-не. Работе нет конца. Как скажете, хозяин. Ога следит за нами. Не дам. Вроде мы баррикаду можем построить. Тоже мне не хочется. Захватил. Вот,
аж 700. Тут нельзя строить. Могу, хозяин, только не бей. Вот так, хорошо. Так, ты забирай обратно. Здесь мы закончим. Ничего, в принципе, держимся. У нас нормально приходит денег с крепости. Мы починим все, что прикажут. Так что мы должны чувствовать себя хорошо. Так скажете, хозяин. Чего вы ждете? Не дайте им уйти. Враги! Враги наступают! Правда, я надеялся, что тролль будет чуть дешевле стоить. Но... Теперь оно наше. Ничего не поделаешь. Отлично. Здесь враги. Что будем делать? Готовы, так, уроков мечников сюда, пожалуйста. Надеюсь, они будут быстро строиться. Работники. Готово. Можно отдохнуть? Ну, как-то так. Может, таверна получит левел-ап? Ну-ка, таверна должна давать бабос тоже. Но дает ли она здесь его, я не уверен. Она по 50 давала в другом режиме. Ну, в обычных сражениях. Я не вижу денег. Походу, нет. Обделили. Вот они. Вот построил. Рохан почему-то одними мечниками нападает. Но я не жалуюсь, разумеется. Сопилка в опасности. На нас напали. Работе нет конца. Я думал, уже все. Делаю. О, хорош. Сейчас разберемся с ним. Так, теперь мы можем строить барак с более крутыми орками. Дайте мне инструменты. Как скажете, хозяин. Копейщиков у нас нет, но по идее тролли должны спасти мою жопку. Хорош. А, можно копейщиков построить, но мне не хочется. Жесть. Заработал денег на всю жизнь, по сути. Всю жизнь вперед. Ну все, пойдем разбивать ему лицо. Так, где эта штука? Вот этих лукарей строим. Эти также 300. Да? Вот это такая странная ситуация. Я не знаю, кто на самом деле лучше. Эти меньше очков команды жуют. Эти больше. Стоят они одинаково. Тут автор, однако, обкекался очень сильно. Как понять, кто лучше, если они ведь одинаковые? Отстой, полный. Добавили копейщиков. А, ну они меньше жрут, потому что у них два ряда, может быть, в этом прикол. Огонь в этой штуке можно загрейдить тоже. Отлично. Поставим пилку, и все. Наша маленькая уютная база, по сути, готова. Ну и продолжаем штамповать войска. Шпиль сделаем. Дорого. Готовы, хозяин.
Надеюсь, задефаемся. А, кстати, если сделать вот этот грейд, то кажется, что баррикады тоже будут стрелять огнем. Я не уверен, но... Еще проверим, еще парочку баррикад откроем. Да, светится. Шикарно. Стоп, это последний? Хотя у него, наверное, крепо еще есть. Одного рабочего я убил. Да ладно. Стены. Камни кто-то. Энд, походу, бросает камни. Все, supply block. Мы можем пробить, пожалуйста? Дырочку. Сейчас пролезем к нему. Давайте энтов в первую очередь. Снесем. Блин, какой отстой. Помыл голову. А уши забыл вытереть. Чё, все? Все тролли сдохли? Ладно. Не. Что-то пошло не так. Давайте малыша поставим. Так, рабочих я убил. Армия моя вся как бы творилась. Ладно, построим этих лукарей. Копейщиков построю, не знаю, что лучше. Еще баррикаду. Как же мне нравится в этом моде баррикадироваться. Радагаст. Тролли вперед. Сожрать деда. Чуть-чуть еще. Так, есть огонь. Добавим это. И все, по сути, наша армия подохла. Очень жаль. Зато Готмак у нас теперь имеет обилочку. Что очень меня радует. Супер приятно. Давайте троллять не воткнем. Так, и... Ну хотя пускай строится, наверное. Сейчас будут боевые тролли уже в ходу. I am ready to command.
было. Помянем тролля. Такое впечатление, что мне придется очень много орков удалять под конец матча. Ну-ка. Можно воткнуть где-нибудь? Да блин. Вот здесь. Походу надо было базу подальше ставить. Хреновая территория. А можно стены? 1000 стоит, нет. Давайте перекроем этот проход стенами. Ну, типа на всякий случай. Построим кучу рабочих. Аж 6 штук. Вот так. Закажем тролля, закажем друг. На этих челов не отвлекаемся. Хама. Бейте, пожалуйста. Хорош. Ну все, нормально. Сейчас supply блок будет. Так, грейды. Я хочу посмотреть, можно ли уроком из таверны сделать апгрейды. Я помню, когда я когда-то впервые играл RJ, вот это вот туман, нет, не туман, дым из грейдилки понижал мне в нулину FPS. А и то, и то на Т. Просто невозможно было играть. Ну, точнее, играть-то было возможно, невозможно было смотреть. А, лол, на этих лучников апгрейд стрел не работает. Ну, ясно, короче. Значит, этот барак не нужен. Точнее, он нужен, но не ради лучников. Лучников спамим отсюда всегда. Блин, ну стыдно. А ну-ка, я хочу кое-что прочекать. Давайте сюда. Или даже вот так, сюда все. Может быть, он только визуально не работает, а по факту все же работает. Сейчас проверим. Блин, они еще есть как-то. Они очень быстро всех убивают. Нет, нет, не работает. Кучники говно. Дайте мне инструменты. Мы готовы выполнить приказ. Мы починим все, что приказ. Тут бездельников не будет. Мы расширили орочи. Готовьте инструменты. Мы не можем призвать на службу новые войска. Мы давно ждали подкрепления лучше. А почему я не могу? Stonework upgrade. Эй, строитель, за работу! А я что сделал? А, вот оно что. Ой, нифига, на 40% уменьшает стоимость стен. Это прекрасно. Все промахиваются, ну конечно. Так. Боевых троллей, пожалуйста, мне. Теперь-то я могу что-то... Да... Что? А, до сих пор нет. Ну ладно. Помянем снагу.
Он был молодым парнем и не заслуживал такой судьбы, но... Что не поделаешь? Жизнь, боль. Так, ну-ка, еще одна попытка. Теперь крепу не сносим. Сносим бараки. То пока я тут пробился, у меня уже армия закончилась. Все деньги потратил. Хорош. А еще одного. Энты прям супер быстро падают. Короче, крепость Рохана какой-то кал. Без негатива, но... Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну хоть убьем, но я надеюсь. Ой-ой-ой. Без негатива. 600 стоит. Так сделаем. Сделаем здесь красивенькие врата. 1500 катапульта стоит. Жесть. Я хочу. Я зажиточный мордорец, я могу себе это позволить. Все, отступаем оставшимися войсками. Геройка приползла. Да, в моей крепости есть один огромнейший изъян. Отсюда можно зайти. По всей видимости, он как раз оттуда и пришел. Вон там настроен баррикад. А, я так и не сделал. Я еще один баг у Мордора обнаружил. В общем, если... Ну, тут есть орки, которых мы можем грейдить. Я только не помню, какие. Кажется, либо вот эти вот моргульские, либо вот эти вот черные орки. Ну, я сейчас построю, сейчас проверим. Короче, если сделать им апгрейды, они багуются, и они не могут атаковать. Апгрейды клинков, по крайней мере. Вот. Это супер печально. Так что... Никаких хороших орков для меня, по всей видимости. Так. Здесь у нас будут черные врата. Ну, вы поняли. Готово. Построим пару ферм, чтобы противнику было чем заниматься. Здесь у нас тоже изъян. Наша крепость не, как бы, не очень хорошо защищена. Чем я занимаюсь? Но это так прикольно. Строить вышки. Чуков команды больше нет. Стоп, не-не-не. Эти не должны баговаться. Эти, кажись, норм. Другие багуются. А, команд поинт с единичком. Ладно, ща. Они напали на мой герой. Так, значит, апгрейды нет. Я так понимаю, что он задумывал, что при прокачке таверны тут будут апгрейды открываться. Но он, видимо... забыл сделать так, чтобы у каждой сапфраки, которую игрок выбирает, были свои апгрейды. И тут всегда по дефолту апгрейды... Что это такое? Это лебедь? Это Доламрад, походу? Что-то такое. Вот. И, по идее, еще и герои должны были быть. То ли здесь, то ли нет. То ли где. А тут, где герои, тут апгрейды. Ну да, походу еще и герои должны были бы
на высоких уровнях появляться. Но, ну, не судьба, в общем. Но прикольная идейка так-то. Ну, получается, можем с другой стороны баррикады еще маленькую лишку воткнуть. Так, мы по-прежнему сосем боеву тут. Так, где маленькие? Да, сука. Хорошо, новый план. Я хочу это и это. Эти пойдут в атаку. Стрелем. Так. Вот так. Ну все. Только пираты смогут зайти. Изи. Дальше. Строим. Скрешаем пацанов. Верно. Будет копейщиков дальше производить. Так. Работаем. Тут красота. Поменяем цвет земли. Это тоже важно. А то это стыд, когда орки живут на прекрасной зеленой земле. Ну, вообще не то чувствую. Как скажете, хозяин. А можно было, да. Вот ты, кто пишет комментарий сейчас. А можно было уже матч закончить. Да. Но так неинтересно. Или интересно. Все уже, беги. Ой, ты встал. Пятый левел нужен. Так, не судьба, походу. Боже, какая красота. Здесь дырочку заклеим. И здесь. За лентой. Иди сюда, пойду. Эти пускай отступают под вышки. Сейчас соединимся с основной пачкой. Они напали на бойню. Готово. Можно отдохнуть. Здесь окопались враги. 40. Хватай оружие. Здесь мы закончили. Что делать дальше? Это нехорошо. Все сделано. Хозяин будет доволен. Нас атакуют! Работе нет конца. Мы починим все, что приказано. Ладно, пора за работу. Ока следит за нами. Хозяин огней. Будьте на чеку. Не отставайте. Самое грустное, что всех этих ребят придется потом удалить. Ну блин. Как же кайфово выглядит. Так, теперь все накиньтесь на деда. У него там какой-то Wizard Blast есть. Я не помню, к сожалению, на каком левеле. Может, он еще не качнулся. Ни разу не видел, чтобы он его заюзал в этом. Но он есть. Поэтому деда надо быстро. Так, ну все, если эта атака провалится, то я не знаю. У нас всего два тролля, а так. Бегите, трусы!
На нас напали? Да не убивай! Что за хрень? Ну ж барабан. И он нам дает 50 дамага. Ну вот Мак пока что не дает лидерку, так что хрен с ним. Снага это просто клоун. Но вот барабанщика терять не хотелось бы. Давай. Ну, снесите, пожалуйста. Шанс очень даже высок. Без барабанщика, к сожалению, уже, но не важно. А у нас же тут еще геройка осталась. Так, стелим. Все, шикарно. Этого убить. Отлично. Теперь разбить остатки. У нас тоже не особо много осталось. Бля, какая же красота. Кому нужен Минас Тирит, когда у тебя вот такая база? Пусть замолчат все. Просто. Идите! Боевой тролль вооружен. Что-то валится с неба. Побежали. Забавно, что несмотря на все то количество ресурсов гигантское, которое мне приходит, мне не так уж и хватает денег. Не, ну справедливости ради, я мог бы больше построить экономики, тут маловато. Но тем не менее, крепо дофига дает. На пятый левел. Интересно, это типа из-за того, что он умирает, лог XP сбивается, и я могу дальше его качать? Или он просто очень много всего набивал? Вот построил. Мы давно ждали подкрепления. Готовы, хозяин. Вперед. Хули вы встали? Так, ну орки вроде нормально сносят. Конечно, куча лукарей с огнем побыстрее, если все. В принципе, терпимо. Черные орки хороши. Значит, вот эти орки. Вот эти вот. Моргульские орки. Тоже хрен его знает. В чем была идея? 120 монет на третьем левеле ямы орков. Типа, ты качаешь третий левел и получаешь возможность строить дешевых. А на втором дорогие. Кстати, маранонские хороши. Не знаю. Может быть, там подразумевалось то, что они сильнее, чем они стоят. И их можно грейдить. Вот они багуются. Жалко, мы никогда не узнаем, что автор запланировал в далеком 2008 году. Но скорее всего это просто лишний бесполезный юнит, который был добавлен, потому что можно было это сделать. Пожалуйста, сдохни или умри.
Как же бесит эта система, что когда цель движется, все лучники промахиваются. И отличился. Ну, возможно, где-то бегает рабочий. Где-то вдалеке. Походу нам придется ждать. Вышка считается боевым зданием. Очень странно. Ну ладно. На 19 000. Блять, я снагу не могу убить. Хреново. Придется сделать исключение в этот раз. Ну, в принципе, если рассуждать здраво, то снага абсолютно бесполезный герой, который никак не поможет мне, не облегчит мне прохождение, так что можно себе позволить небольшой минус. Только в этом случае. Других героев я не буду строить, значит, пока в плюс не выйду. Минус 400. Очень жаль. Так, пропустить. Так, я одного убил, или он куда-то передвинулся? Это был Эомер. Кажется, я его убил. Прикольно. Но он же, по идее, может появиться вновь. Сложно как-то. Так, у нас 5000. Давайте все. Ой, не-не-не. Можно отменить? Отлично. Побольше ферм. А, это. Так, у нас тут приличная пачка. Только вот куда он пойдет? Ну, наверное, здесь мне понадобится все-таки второй герой. Пускай будет. Сюда пойдем. Нам нужно будет на этой территории строить крепость, скорее всего. И есть еще такой момент, что они, возможно, смогут напасть вот сюда. Это не точно. Но здесь крепость точно нет смысла строить, потому что с этой стороны придет атака. Так, снага, иди сюда. Так, значит, 5 кусков. Я хочу на сгулей к глашатаю закинуть. Давайте заберем эту территорию. Лучников сюда дадим. И пойдем сюда. Сюда ферму. Ферму. И вроде бы все. Поехали. А, он отступил. Плохо видно. Что я захватил? Пеларгир здесь должен быть или нет? Нет, Харлонд. А Пеларгир это где? Я думал, поправьте меня, может я ошибаюсь. Я думал, что с одной стороны Кайрандрас, с другой стороны Пеларгир, а спереди этот Асгилиад. А где ж Пеларгир? Это ж туда умбарцы должны были высадиться. Непонятно. А, здесь, кстати, Друадан ближе. А на обычной карте Каир Андрас с этой стороны. Ага. Настири тут так сделан, как будто тут еще один кусок карты может быть. Ну ок. Нам ничего не нужно. Здесь ставим ферму. По идее, будем выбивать его из Минастирита. Так, забираем эту территорию также. Да зараза. Это... Ну что такое? О, хорошо.
Тут везде придется крепости строить, по идее. Хотя Минас Тирит и так крепость. А, ну да, нам ничего не придется строить. В Асгилете только крепо придется поставить. Продолжим. 1750, нифига себе. Здесь крепу надо поставить на всякий случай. Нет, я не могу отсюда походить. Ладно тогда. А это что такое? Баг. Так, он пойдет сюда. Он пойдет, значит, разбираться с Роханом. На Хельмову. Ну все, вроде бы ничего не пропустил. Погнали. Готмага вытеснили? Почему? А, потому что несколько ботов напали. Погодите-ка, а здесь что? Давайте через глашатая поиграем. У нас в казне много денег. Ага, там получается два бота будет. Вот это будет интересно. Он не качанный же, кажется. Я хочу ему на сгулей дать. В первую очередь. Непонятно, правда, будет ли второй бот воевать. По идее, у него нет крепости. Но если тут гном, то может это дает возможность Гондору тоже развиваться. Скоро узнаем. Работники! Оу. Готовьте инструменты! Непокорные понесут кару. Мы починим все, Баг. Что прикажут. Работники! Ну, исполнится воля Саура. А он третьего левела, я был не прав, да, абсолютно. Работе нет конца. Дайте мне. Приезжай, давай. Если у вас будет такая проблема, я через Б. Ну, армию через Q, разумеется. Рабочих через Б отправим, чтобы не страдать. Ой, у меня как-то спаковалось. Так, значит, крепу сразу же. Что мы возьмем здесь? У нас теперь больше денег. Баррикада кажется плохим вариантом. Ну ладно, бафчики пускай будут. Наказаны. Как раньше, тут должны быть крипы какие-то. Готово! Работники влюблены! Получим бабла. Тогда второй рабочий сможет заняться бараками, а не экой. Лишишь врагов надежды. Неплохо. Сравнять с землей. Оставьте их. Победа близка. Враги обречены. Готовы, хозяин. Без промедления. Хорош. Следит за нами. Так, барак сюда. Кто посмел тревожить меня? Идем в эту сторону. Да исполнится воля Саурона. Нашли трагер. Мы покажем этим во славу Мордора. Уничтожить. Я думаю, уроков можно и здесь понастроить. Они немного. Духом. Потому что для глашатая они прям то, что надо. А хотя победит. Мы их грейдить не сможем. С другой стороны, мы и лучников своих тоже не грейдим, ну только огонь. Сравнять с землей. Что он попробует? Тьма победит. Тьма восторжествует. Жалкие твари. Они хотят очистить все, что ресурсов. На нас напали. Плохое место. Мордор победит. Тьма победит. Никогда бы не подумал, что буду так сильно радоваться крипу гоблинов. Тьма. Но победит. Это выгодно. Так, значит, теперь у нас дебафчик есть. Жечь. Это раздор, видимо. А, ну, 10-й левел. Еще не скоро. Седло туда. Мы возвели крепость. Во славу тьмы. Я послал Мордора. Потеряли постройку. Никого не щадить. Придумал. Вспомнил, что он давит как поезд. Непокорные понесут кару. Что?
Я посланник Мордора. Внимание, лучники! Не жалею стрел. Да блин. Работа не до конца. Что за нас? Разбирайтесь. Хорошо. Так, здесь поставим пугалку. И застроим всю крепость. Спасибо гоблинским крипам. Да, эти деньги мы могли бы потратить на героев. Я не ищу легких путей. Копейщики, лучники. Думаете, дорого, кстати. Да исполнится воля Саурона. Лучники, не жалейте стрел. Во славу тьмы. Они прут прямо на нас. Во славу Мордора. Очень хорошо. Что? Они хотят лишить нас ресурсов. А, ну да, я же сюда могу смотреть. Когда уже будет больше? Я уже захватил несколько территорий. Я хочу больше. Они слабы духом. Чего вы ждете? На работу! Разорвем их! Атаку! Клево. Конница убивает моих копейщиков. Ну ладно, не совсем убивает, но убивает. Ну, ладно, справедливости ради, у них там два отряда было, у меня только один. Так, о, аванпост. Это же мне как раз. Давайте их поджарим, чтобы меньше урона было. А, они броню делают. Тьма победит. Он бьет сплэшом, ништяк. Они обречены. Они слабы духом. Так. Мы получили то, что хотели. Этот барак сюда. Носите инструменты. Как скажете, хозяин. Лучники. Теперь оно наше. Победи. How much? Напали на бойню. Три сотни, что ли? Им суждено умереть. Идем туда. Здесь они лезут. Готовы, хозяин. А еще раз. Господин, спаси меня. Ты нормально не спи. Дайте мне инструменты. Дайте мне инструменты. Там не сработало. Следит за нами. Ну что ж. Слабы тьмы. У них марш. Две базы. Мы починим все. Эд Кау. Защищайте постройку. Лейте его. Это будет очень сложно выиграть по ходу. Этот черт. Понимаю. Я думал, уже все. Ладно, бегите, может, спасетесь еще. Написано, какой дебаф, но предположим, что 25%. Нет. Уж еще. Мы потеряли постройку. Нам не хватает ресурсов. Всех нас гулей сделаем. Так, уже близко. Ух ты. Это очень страшно. Здесь, чтобы служить себе. Непокорные понесут кару.
занять эти земли. Сопелки напали. Изменники будут наказаны. Седло во славу тьмы. Без промедления туда, кто исполнится воля Саурона. Во славу тьмы. Истребите их. Кто исполнится воля Саурона. Изменники будут наказаны. Без промедления, лучники. Служите! Светокарные понесут кару. Надо рабочих сейчас сделать. Готово. Враги обречены. Просто очень медленно на сгули строятся, поэтому я не могу отменить. Но надо уже строить рабочих. Изменники будут наказаны. Как можно быстрее. Занять эти земли. Они слабы духа. Им суждено умереть. Вот построил. Кто посмел тревожить меня? Идем. Быстрее. Во славу тьмы. Еще один. Да блин. Непокорные понесут кару. За один. Готовь инструменты. Слава восторжествует. Я посланник Мордора. Да исполнится воля Саурона. Кто посмел тревожить меня? Я посланник Мордора. Пока живем. Непокорные понесут кару. Во славу тьмы. Готовы, хозяин. Да исполнится воля Саурона. Изменники будут наказаны. Тьма победит. Во славу тьмы. А я кольцо не забрал. Тьма восторжествует. Чему? Иди сюда, малыш. Во славу Мордора. Блин, это первый матч, в котором реально потно. В прошлом матче я бэмил, но здесь прям жесть. Два бота душа. Когда их будет больше, это же вообще пипец. Залезай. Арагорн. Сын Агропрома. Готово. Ладно, пора за работу. Изменники будут наказаны. Требушеты 9000. Ну вряд ли я его построю, но просто пускай себе будет там. Во славу тьмы. Нет. Я вижу. Победа близка. Как уже близко. Пошли вон от огня. Это нужно. Дайте мне эксперимент лучше. Изменники будут наказаны. Они хотят лишить нас ресурсов. Продолжаем строить пацаны. Да исполнится воля Саурона. Так, может быть, я смогу чуть-чуть передохнуть и посмотреть, где база хотя бы одного бота. Если вдруг она здесь, то я как бы, ну, по идее смогу снести. Но они вообще со всех сторон подойдут. Буквально, сначала Гондор сверху шел, я думал, он там где-то. Хотя, может, они настолько зажиточные, что несколько баз построили. В принципе, это возможно. Наверное. Кто посмел тревожить меня? Он не требует очков команды, у него только деньги. О, здорово, база. Ой-ой. Ну я понял. План понятен. Нам нужно его троллями снести. Но для этого нам нужно намного больше ресурсов, чем мы чем то количество, которым мы располагаем сейчас. Непокорные понесут кару. Можем ли мы Гэндальф? О, как же он бесит своими требушетами. Еще хуже таран. Победа близка.
Я покараю их. Ух ты, круто. Очень много дамага убивает. Мы починим все, что прикажут. А? Что? Мы выпустили горного трона. Лиши врагов надежды. Ну, камон, быстрее. Им суждено умереть. Готово. Седло. Изменники будут наказаны. По славу Мордора. Хорош. Непокорные понесут. Нравится, плюха. Так, нужно от этого избавиться. Нужно очень... Да как? Они застряли там. Нужно очень много целей сделать для них, чтобы я успевал на все фланги, чтобы они сносили там всякие вышки и прочее. Такое впечатление, что у них три базы. Ну, блядь, трибушеты реально сверху еще приезжают. Долбануться. Мордор победит. Давай, 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 нет. Минус. Ой. Если успеешь, беги. Успел. Опять враги. Офигеть. Это не боты, это какие-то чудовища. Мне нужен шпиль, но не могу. Быстрее. Охренеть. А, еще одна катапульта. Пиздец. Еще пруд. Несет? Строителя убили. Шикарно. Там есть чем заняться. Кто посмел тревожить меня? Тьма. Хорошо, хоть разрушители в атаку не идут. Изменники будут наказаны. Я посланник Мордора. Я не смогу это выиграть. Я точно это не выиграю. Ладно, но мы пытаемся пока что. Попробуем снести трибушеты. Ой-ой. Если там одна мастерская, их чуть меньше будет. Но у них точно три базы. Я прям уверен. Жесть! Почему? Там должен быть один бот. Гондор чудовище, он за двоих играет. Я подписывался на бой с двумя ботами, а не с тремя. Охренеть. Не, ну все, ГГ. ГГ. Минус крепа. Черт. Ну,
разрушили крепость. Может ли Качея проносить требушеты? Может, я с его помощью это пройду? Охренеть. Мало того, что я проиграл территорию, у ботов, у двоих, теперь огромнейшая армия. А у меня ноль. И Каче, походу, не вернется. Ох. Ладно, Гомина стирит. Там хотя бы один бот. Не знаю, что я теперь буду делать. Кажется, это прохождение закончится намного раньше, чем я думал. Они сейчас пройдут по всем моим территориям и все позабирают, скотины. Ладненько, давайте. Также скрепы начинаем. Не-не-не, убивай. Хорош. Это и это. Минастирит, по сути, нулевый. Обнаружен вражеский лагерь. Готовы, хозяин. О, да-да-да. Но это я легко заберу, у него ничего нет. Красава. Давай, красавчик. Мы готовы выполнить приказ. Что, в ближнем бою он быстрее снесет. Этот трактир я точно знаю. Вот построил. Будьте наготове. Наступайте, лучи наготове. Мы починим все, что прикажут. Чего вы ждете? Внимание, лучники. Будьте наготове. Захватим. Чего вы ждете? Даже Бормера нет толком. Не знаю, куда он там делся. Даже впритык промахиваются, вот же гады. Ну ладно. Готовы, хозяин. Сигнальный огонь. Крепость построена. Теперь оно наше. Берите лучи на металле этим гоблинам. Кто здесь главный? А как это работает? Убивайте всех на чеку. Кажется, у меня еще большие проблемы, чем я думал. Давай. Да как же ты меня бесишь? Садись. Сноси. Все хорош. Это сюда. Пускай стоит. О, это ж бот пытался восстановить, походу. Ну-ка. Или нет? Надо мечников настроить, чтобы было чем сносить здание быстрее. А не вот это вот все. Лучники!
пускай уезжает. Откуда он приходит, я тоже понять не могу этого. Видишь, у него нет базы больше. Работники, мы починим все, что прикажут. Потому что пару троллей успею построить еще. Ура, ура. Все сюда. Чего вы ждете? Я жду разрушения. О, мои челы аж... Да, достают. Жалко, что промахиваются. Неважно. Победа. Без троллей будет. Если уруки остаются, то плюс два отряда уруков уже неплохо. Хоть что-то. Может, КЧ потащит. А... Уруки не остаются. Черт. Можно не строить, не строить ничего из таверны. Ладно, у нас остается еще одно интересное сражение. Но, пожалуй, на сегодня хватит. Всем спасибо за внимание. Смогу ли я исправить эту ситуацию, вы уже узнаете в следующей серии. Но чувствую, что нет. У них открыто аж... Три... Ну, я сюда отступлю, походу. Четыре, значит. У них четыре территории открыто. Правда, только это... А, хотя нет, может, я исправлю. Мне, по идее, отбить нужно атаку только одного бота. Блин, ну он может сюда куда-то пойти. Если я угадаю, куда он нападет, и отобью его атаку, то я могу исправить ситуацию, по идее. Ну все, спасибо, что посмотрели, ББ.